Добрый день, уважаемые коллеги. Меня слышно, видно, как меня слышно. Прошу дать обратную связь в чате. Также в чате прикрепила промокод после сегодняшнего вебинара. Вы все прекрасно знаете, да, то, что в течение недели у нас скидки для тех, кто был с нами в эфире. Отлично, спасибо за обратную связь. Сегодняшний наш вебинар скорее забавный, нежели умный, но мы на одном из семинаров обсуждали с коллегами, кто как использует косметические средства, что можно профессионального применять, как варьировать. Сегодняшний вебинар у нас посвящен, точнее, не посвящен, а не только для профессиональных косметологов, да, но по большей части для наших клиентов, которые тоже часто задают в чатах вопросы, как, куда можно применить еще косметическое средство. И на самом деле очень часто и среди косметологов, и в домашнем уходе, да, когда вы покупаете незнакомое средство, или же наоборот хорошо знакомое перестало вас устраивать, да, и часто и вам клиенты говорят, да, там подошло, не подошло, мне не нравится, там текстура не такая, да, или не помогает. Поэтому вот таким вопросом, как, я бы сказала, нестандартно использовать косметические продукты, буду сегодня на эту тему говорить. Екатерина, здравствуйте, хорошо, что присоединились, надеюсь, тоже все слышно и видно. Сегодня посмотрим с вами, да, на наши, конечно же, будем на примерах косметики Гильтек, что можно добавить в профессиональный уход, то, что вам пригодится дома. В профессиональный уход тоже можно играть со средствами, да, потому что могут быть и непредвиденные ситуации, или же что-то закончилось, и получается так, что вам нет времени быстро заказать, да, или же, ну, по какой-то причине вы не имеете доступ к нужному вам средству. Спасибо, Дина, за обратную связь тоже. И давайте попробуем некоторым средствам найти действительно достойное применение как в работе, если вы косметолог, либо в вашем домашнем уходе, если вы приобрели какое-то наше средство и не знаете, как с ним справиться. Очень часто, кто знакомится с продукцией Гильтек, это могут быть и косметологи, и наши пользователи, наши любимые клиенты. Часто вот эта гелевая текстура бывает некомфортна, да, потому что в процессе обучения иногда, точнее, учебные центры часто используют косметику разных брендов, да, и вам в работе становится привычно то, на чем вы учились. Или же, если вы опытный косметолог и давно работали с каким-то брендом, да, но вдруг нечаянно его не стало на косметическом рынке нашем, да, там сейчас некоторые бренды ушли с рынка, можно найти продукцию, поискать, да, но это иногда долго, некомфортно, да, то есть и дорого еще, да, потому что доставка достаточно дорогая, да, и вот что можно, как заменить, что сделать из того, что у вас есть под рукой. Да, и повторюсь, да, то, что гелевые средства, кто не работал или же очень мало работал с гелями, иногда в начале
пользование, да, применение косметики сталкиваются с неким дискомфортом, да, ну и клиенты, и, возможно, косметологи тоже в работе. Поэтому вот не подошло, не нравится, да, очень часто мы слышим в ответ на некоторые, может быть, средства, как правило, не слышим, да, но иногда такое тоже бывает, да, и вам клиенты могут говорить, да, по рекомендациям, например, косметолога, вы купили какое-то средство и не знаете, как с ним справиться, или, возможно, никогда не использовали такого рода средства и не знаете, что с ним делать. Вот сегодня будем играть в такие игры. Кто-то сам себе косметолог, для, надеюсь, косметологов опытных и начинающим. Я дам какой-то толчок вашим фантазиям, вашему творчеству в процедурах. Поэтому давайте начнем. Прежде всего, ну, как обычно, мы начинаем с очищения. И очень часто на гелевые средства мы слышим ответ, да, то есть гель мне некомфортно, нанесение, да, то есть сушит кожу. Я буду говорить только про наши средства, но иногда нам тоже, несмотря на то, что они все на нейтральных павах, на натуральных павах, очень мягкие, ну, бывает, что и некомфортно нанесение гелевых текстур. Я выбрала самые такие простые средства именно по отзывам моих клиентов. Возможно, вы тоже с этим сталкивались. Наш базовый классический очищающий гель, да, который обладает нейтральным pH, но тоже может у некоторых клиентов вызывать сухость, хотя крайне редко. Но такое чаще относится к косметическим средствам других брендов. И вот что делать, если гель для умывания сушит или некомфортен в нанесении? Кто-то сталкивался с такой проблемой? Иногда нашим средством, да, вот я выбрала три средства, которым... Виктория, спасибо вам большое, я его сама безумно люблю, но иногда не хватает мне того, чего мне не хватает, это в некоторых случаях обильной пены, да. Вот мужчины некоторые тоже на наш гель для омывания из мужской линии Гильтек Мэн, который... у нас не так давно вышел, тоже говорят, что мало пенится. Что здесь можно сделать, да? Удивительно, но гели очень легко вспениваются, да, при помощи вот такой вот веерной кисти, да, и обычной мисочки. Вы выдавливаете в мисочку гель, хорошо вспенивается, более жесткая, вспенивает более жесткая кисть, да, и мягкая тоже вспенивает, но, может быть, не дает такой обильной пены. И можно сделать хорошую пену для мягкого умывания. Это можно делать и в домашних условиях, если кожа по какой-то момент стала чувствительной. Можно и в условиях салона создать такой восточный ритуал, взбить кистью в мягкую пену, нанести на лицо, замульгировать, хорошо смыть. Тоже получается очень красиво и изысканно. То есть можно делать такие восточные ритуалы, поэтому гель для этого прекрасно подходит. То же самое можно сделать и с мужским гелем. При желании по нему можно побриться, если взбить его в мягкую пену.
Иногда бывает кожа все-таки в какой-то момент становится чувствительней. У нас с вами может меняться pH кожи даже в течение дня, в зависимости от того, что мы кушаем, какие препараты принимаем, да, или же просто от того, как пьем мы воду, не пьем мы воду. Поэтому в какой-то момент кожа может стать чувствительной. И что я предлагаю вам сделать? Именно с очищающим гелем, это добавить в него несколько капель тонера, смешать, взбить или взбить в пену, или смешать в руках не с водой, а именно с несколькими каплями тонера. Здесь фантазия у всех может разыграться достаточно широко. Сразу хочу сказать, не подходят кислотные тоники. Отлично работают водные гели, ой, водные тоники на основе, да, гидролаты, или тонеры. Вот идеальный вариант, наверное, чтобы успокоить кожу, это тоник с гидролизатом коллагена и алоэ вера, да, который имеет такую мягкую текстуру тонера, или же применить эссенцию из ю. Кто еще не знаком, рекомендую попробовать и в салонном уходе, и в домашнем уходе. Это мой фаворит вот из тонеров сейчас. Действительно очень трепетно люблю эту марку нашу. Эссенция с экстрактом одуванчика, да, великолепно успокаивает кожу, немножко профилактирует воспаление, поэтому попробуйте. Достаточно несколько капель, вы эмульгируете в пенку и уже непосредственно проводите процесс очищения на коже. Сюда же можно подключить, если, например, кожа проблемная, и вы хотите во время умывания еще как-то успокоить, профилактировать воспалительный процесс, то смело можно воспользоваться, например, тоником для жирной проблемной кожи. Такие вариации для косметологов тоже, я думаю, в салонных уходах могут быть полезны. Почему? Как правило, в уходах салонных есть несколько средств для очищения кожи, да, то есть это может быть мягкие муссы, пенки, кремы для очень чувствительной сухой кожи, да, гели. Как правило, большинство брендов предлагает именно для проблемной кожи, так почему-то принято в косметологии, да, но их много, и приходится для ухода покупать за разной кожей, да, покупать различные средства. Я вам, например, предлагаю, поскольку было заявлено у нас бюджетные процедуры, да, то есть как уменьшить себестоимость, да, вот предлагаю попробовать такие варианты. Мало того, что это очень красиво, да, то есть вы совершаете определенный ритуал, да, в этом есть доля вашего творчества. Да, и взбиваете гель или смешиваете, эмульгируете в руках до легкой пены, да, вместе с тоником. Да. Ну, возможно, думаю, что все уже знают, что изредка гелем для интимной гигиены можно умыть лицо, если это жирная кожа. Специально поставила, очень часто спрашивают, какой у него pH, проставила 4,5. И в состав входит молочная кислота, сок алоэ вера, солодка, ромашка, зеленый чай. Идеальный состав для проблемной кожи. Так тоже можно. Если же вы наш клиент, то для меня, я, по-моему, это рассказываю иногда на семинарах, да, то есть я в путешествии для умывания беру какое-то одно средство, это либо гель очищающий наш, да, и использую его и как средство для душа, да, и также для снятия косметики, для умывания, либо беру гель для интимной гигиены и использую его
непосредственно по назначению, да, или же для лица, потому что очень часто в путешествиях все-таки хочется более глубоко так почистить кожу, и иногда действительно бывает салится кожа, и поэтому очень часто беру его, то есть одно средство в путешествие. Надеюсь, по поводу процедур, да, надеюсь, что поделилась с вами интересной фишкой, да, если вы косметологи сегодня нас слушаете, обещала, потому что в последний раз что-то красивое и экзотическое. Кстати, хочу сказать, такие варианты иногда предлагают японские косметологи на этапе очищения смешивать тонер с средством для умывания, взбивать его в обильную пену. Там есть для этого в японских уходах специальные такие типа ситечка или же специальные жесткие кисти для того, чтобы типа мужских для бритья, для того, чтобы сделать пенящие средства для очищения кожи лица. Дальше у нас с вами идет тонизация. По поводу нестандартных применений тоников можно говорить много, поскольку это и средство для фиксации макияжа. Я очень часто об этом говорю, например, про наш тоник с гидролизатом коллагена и алоэ вера, он в этом плане мой фаворит, действительно идеально фиксирует макияж, кожа не шелушится, даже если, например, вы накануне делали пилинг, да, достаточно такой срединный и подразумевается некое шелушение. Поэтому средства для тонизации можно использовать еще вот для таких целей, для фиксации макияжа. Если тоник не подошел, как правило, жалобы бывают такие, что он липкий, некомфортно на лице. Это вообще про все бренды, не только наши. Да? Рекомендую его не выбрасывать, не печалиться. Если тоник, опять же, на водной основе, там нет спирта, его можно использовать как спрей для волос. Для этих целей, например, все три тоника базовых наших подходят идеально для ухода за волосами в качестве спрея. Начну опять же с тоника с гидролизатом коллагена и алоэ вера. Прекрасно помогает справиться как с кудрявыми волосами, так и с пушистыми волосами. Вот в этом отношении мне, когда заканчиваются средства для укладки волос, да, я не люблю пенки, муссы. Поэтому идеальный вариант, очень хорошо фиксирует прическу, особенно вот такие гладкие, убирает пух, не пачкает голову, да, то есть волосы быстро не пачкаются, при этом можно действительно хорошо фиксирует укладку. Для каких волос, я специально здесь выделила составы, да, то есть активные ингредиенты, чтобы было понимание, что действительно его можно использовать так в и домашнем уходе, да, в некоторых случаях, если требуется, да, можно и где-то включить, возможно, даже какой-то бонусный профессиональный уход, да, если вы делаете клиентам какие-то комплименты, или у вас нет отдельный, например, кабинета, рядом нет парикмахерской, тоже можно как-то поучаствовать. Например, очень многие косметологи занимаются лечением волос, да, лечением кожи головы, лечением выпадения, да, то есть как сопутствующие такие процедуры салонные
И многие выполняют различные процедуры, поэтому вот три наших базовых тоника. Тоник с гидролизатом коллагена и алоэ вера, тоник для жирной проблемной кожи, тоник с гиалуроновой кислотой и эластином. Он прекрасно можно использовать для укладок и ухода за волосами. Да, коллаген очень хорошо. Я сейчас пока дальше не ушла от тоника с коллагеном и алоэ вера. Очень хорошо увлажняет сухие волосы, делает их более блестящими. Да, то есть прекрасно будет работать с волосами окрашенными, возвращая им блеск, да, или когда секущиеся кончики. Тоник для жирной кожи, для жирной и проблемной кожи поможет для ухода за жирной кожей головы, поскольку, во-первых, содержит экстракты планктона, зеленого чая, игнумелиса, он будет очень хорошо успокаивать сиборейную кожу. Если есть какие-то неприятные моменты, да, и освежать кожу в течение дня. Плюс в составе, да, вы все хорошо знаете, соли грязевого озера Островной или соли Рапан прекрасно будут создавать некий объем, да, и не позволят коже головы быстро запачкаться. Не знаю, удивила я вас или нет, но действительно эти тоники можно использовать еще и таким способом. Тоник с гиалуроновой кислотой и эластином точно так же можно использовать на секущиеся кончики. Если вам, например, какое-то время еще осталось до посещения парикмахера, отлично увлажняет волосы, поэтому если есть такие проблемы и дома, например, все закончилось, любовь, спасибо на самом деле за обратную связь. Обещала, да, обещала с вами поделиться и делюсь, потому что когда у нас проходят семинары, очень часто именно косметологи спрашивают: Татьяна, а что вы делаете? А я иногда перед зеркалом, действительно, особенно когда время носить шапки бывает, да, там зимой волосы мои бывшие кудрявые, и я в качестве укладочных средств использую иногда наши тоники, и все спрашивают, почему, зачем, вот решила этот вебинар для вас и сделать, чтобы уже все включить сюда, все средства. На самом деле это что-то действительно я придумала сама, да, исходя из активов наших средств. Что-то приходит из уходов, именно профессиональных уходов других брендов. Повторюсь, да, то есть мне очень нравятся восточные уходы. Я поклонник большой японской косметологии и массажев восточных, да, поэтому есть некоторые нюансы красивые именно, которые можно включить в свои процедуры, используя наши средства, прекрасно работают. Или же действительно, когда обстоятельства бывают разные, например, вам что-то действительно, что-то закончилось, и вы не можете очень быстро обеспечить себя данным средством, можно заменять. Кстати, еще вот в летний период очень хорошо закрепляет макияж лосьон, концентрат наш Нео, да, но он достаточно дороговатый, обещала бюджет. Вот, рассказываю про бюджет. Ну и тоник наш матирующий из линии Себ Баланс, хочу заметить, да, то есть для людей, склонных к рецидивированию герпетических инфекций, да, очень хорошо снимает зуд,
и в некоторых случаях профилактирует, да, то есть позволяет не развиться инфекции моментально, да, то есть и подсушивает очень хорошо, можно применить, да, еще и в таком контексте, да, не только матирует лицо, но если вдруг нечаянно почувствовали вы, да, или же кто-то из ваших клиентов, и он у них есть, да, что вот-вот начнется герпесная инфекция, она еще не проявилась, успокоить неприятные моменты, да, можно при помощи тоника, матирующего себобаланс, да, он содержит цинк ПСА и каламин, оба ингредиента очень хорошо подсушивают, да, и опять же таки позволяют избежать каких-то неприятных моментов. Не предназначен для этого, да, то есть у него есть свое назначение, рабочее, да, но сегодня наш весенний день посвящен вот таким вот непредвиденным ситуациям, которые могут случиться. Дальше мы будем разбирать некоторые гели. Все не успеем. У меня в багаже, в моем рабочем, очень много таких сюрпризов. Если вебинар понравится и действительно он будет для вас полезный, я повторю, но уже с новыми средствами. Просто оставьте потом обратную связь. И, возможно, даже сделаю некоторые процедуры, может быть, даже сделаем нестандартные процедуры с видео. Теперь вы же знаете, что у нас можно посмотреть еще и процедуры в рамках вебинара. Дальше переходим к гелям, которые могут выручить в любых, на мой взгляд, ситуациях. И мой фаворит в этом плане гель пектиновый. В составе у него он очень простой, такой, кто-то говорит ограниченный состав, да, но я говорю узкий. Что позволяет ему встраиваться, во-первых, в любые процедуры косметологические, да, контактировать совершенно спокойно. Екатерин, спасибо. Если будет интересно, да, потом навязываюсь на отзыв, да, но чтобы я потом понимала, да, и мы сделаем еще такой же, да, только о других средствах можно. Гель пектиновый в косметической процедуре прекрасно. Может быть, не так интенсивно, но отлично заменит вам маску энзимную пектиновую. Не так глубоко будет воздействовать, да, потому что в энзимной пектиновой маске есть еще молочная кислота. Это прям полноценный энзимный пилинг. Но в процедуре подготовки к, например, ультразвуковой чистке лица, для более глубокого разрыхления, или к мануальной чистке лица, для более глубокого разрыхления, для размягчения комедонов, вам поможет гель пектиновый, да, наносить также плотным слоем, также под пленку, и в том же режиме, прям в четком протоколе ультразвуковой чистки, также вы чистите. Да? Если вдруг у вас нет энзимной маски, да, если у вас, или она закончилась. Что еще для еще более глубокого разрыхления, да, можно добавить наш кератолитический лосьон перед нанесением геля пектинового в качестве холодного гидрирования. Идеальный вообще помощник в плане чисток. Да, то есть вот в процедурах, куда, что на что можно заменить, да, то есть если вдруг закончилось, да. Вообще специально косметические свойства пектина здесь выделила, отлично тонизирует кожу, да, выравнивает рельеф,
прекрасно отбеливает, да, это не химический пилинг, да, то есть пектин воздействует на кожу мягко, прекрасный стимулятор регенерации, есть много исследований препаратов, которые включали в себя пектин, процедуры заживления проходят гораздо быстрее, он обладает свойством усиливать действие других веществ, прекрасно увлажняет. Плюс написала длинно, да, но я бы хотела, наверное, сократить в одно слово. Он отлично проводит детоксикацию. Поэтому включить этот гель, да, в какие-то такие процедуры стоит попробовать. Во-первых, это наш идеальный и всеми нашими косметологами любимый аппаратный гель, у него очень хорошая токопроводимость, да, он подходит под все практически электропроцедуры. Плюс по последним исследованиям он улучшает сопротивляемость кожи, да, к инсоляции, да, то есть защищает кожу от ультрафиолетового излучения, да, то есть не фильтр, да, а улучшает сопротивляемость кожи ультрафиолетовому излучению. Да, то есть вообще великолепный друг. Также много исследований сейчас больше, наверное, тоже для уходовых средств, да, но использование пектина как средство для не совсем для лечения, для ухода за кожей головы, да, которая склонна к шелушению, к образованию перхоти. Поэтому его великолепно также применять для ухода за волосами. Вот как средство для ухода за волосами я держу гель пектиновый у себя в ванной комнате. Из веселого он прекрасно защищает волосы, то есть это термозащита у меня. Я не очень люблю использовать парикмахерские средства, потому что я их вижу у себя на волосах. Да. В качестве маски для жирной кожи головы, да, то есть, по идее, можно не смывать даже и как гель использовать для того, чтобы пролонгировать мытье, да, ну, если, например, ситуация, когда вы знаете, что вы не сможете помыть голову, да, например, там сегодня, то можно после мытья, да, то есть нанести его на кожу головы и совершенно спокойно. Идеальное укладочное средство. Плюс тут я заметила, на самом деле заметила на своей маме, у меня мама не красится и практически, не практически, а у нее нет уже своих волос, да, у нее седые волосы практически 100%. И волосы седые и также крашеный блонд, это волосы пористые. И они в какой-то момент, в зависимости от окружающей среды, начинают желтеть, да, то есть они все в себя впитывают. И вот пектиновый гель идеально помогает таким волосам не желтеть. То есть его можно носить в качестве защиты. Сразу хочу сказать, поскольку это средство не для волос, да, это косметическое средство, наносить нужно на влажные волосы. И небольшое количество. Хороший блеск на волосах, почему я его использую как укладочное средство, да, еще волосы хорошо блестят. Если волосы окрашены, да, то есть пектиновый гель дает хороший блеск. Но вот, например, на темных волосах немножко, поскольку кислый pH у этого геля 3,8, он немножечко может убирать интенсивность цвета. Не смывать,
да, но убирать интенсивность света. Это из того, что я на протяжении уже, наверное, 2 лет использую гель пекиновый как укладочное средство для волос и как термозащиту под фен. Дальше, наверное, что еще? Вот и сказала как раз, да, о том, что он немножко может интенсивность цвета убирать. Поэтому, если вы хотите яркость цвета оставить, ну, вы знаете, что, например, красные оттенки, рыжие, красные, там, коричневый, который в красный уходит, они быстро смываются сами по себе, да, ну, и им тоже можно интенсивность убрать, да? Теперь уже о процедурах все-таки профессиональных. Уже с несколькими клиентами отрабатываю его на тело, да? Это возрастные клиенты с возрастной пигментацией, идеально как в процедурных уходах, да, так и в домашнем уходе, как гель, увлажняющий для тела после душа, да, для того, чтобы не рецидивировала пигментация, да, и убрать ее интенсивность, да. Идеально работает. Да, это не кислотное средство, не отбеливающее, но нивелировать яркость пигмента при этом увлажнять одежду, кстати, на него он быстро впитывается, не липнет к одежде, прекрасно увлажняет. Ну и плюс то, что он еще тонизирует кожу, да, это тоже идеальный помощник для ухода за телом. Тем более, так как гель выпускается компанией Гильтек очень давно, он достаточно бюджетный, и из-за того, что у него не очень такой раскрученный состав, да, там нет каких-то модных активов, гиалуроновая кислота, пектин, соли, грязевое озеро островное, да, соли рапан. Идеально, кстати, для ухода за телом, склонным к высыпаниям. Это и подростки, если акне в области плечи, спины, быстро впитывает, да, то есть быстро впитывается, не пачкает одежду. Также можно его и для таких целей применять. Ну, следующий тоже будет нестандартное применение, да, поскольку можно на самом деле использовать. Поскольку это средство для лица, там нет таких высоких дозировок активов, как для волос. Но при желании, например, при выпадении волос гель антикуперозный можно нанести и на кожу головы, поскольку большое количество вазопротекторов, да, простимулирует кровоснабжение в области головы, да, есть витамин ПП, витамин С, ДМАЭ, да, которые немножко постимулируют рост волос. Например, в каком случае можно применить, да, когда ваш клиент делает у вас косметические процедуры, ну, например, пожаловался, что зимой стали выпадать волосы, да, можно провести дерсонвализацию, да, области головы и в качестве активного средства, да, после процедуры дерсонвализации нанести гель в качестве сыворотки, если вы не хотите покупать какие-то специальные сыворотки, не держите, может быть, у себя в кабинете или специально не занимались лечением волос и не хотите дальше, а просто в качестве бонуса поддержать вашего клиента, вам заработать, я не знаю, любимое слово 100 рублей, да, то пусть это будет 500 рублей в свою копилочку, да, сегодня чек сегодняшний, сделать дерсонвализацию и в качестве сыворотки, да, такой стимулирующий нанести гель антикуперозный на кожу головы.
успокоит отлично, немножко простимулирует и идеально поработает в этой области. А в каких случаях его еще можно применять на область головы? Иногда не бывает кожа чувствительна к витамину ПП, да, и на лице может вызывать покраснение. Оно, кстати, держится недолго, 2-3 применения, но некоторые пугаются и откладывают гель на полочку. Да, он там у вас что делает? Ждет своего окончания своего срока годности. Вот если такое произошло, он вам не понравился, это для клиентов говорю, да, то есть его совершенно спокойно можно применить в качестве геля, да, то есть в качестве сыворотки для кожи головы, постимулировать рост волос, например, в каких-то уходовых домашних процедурах за волосами, если вы делаете маски, да, там ухаживаете за волосами, в качестве сыворотки можно нести. Ну, и если гель не подошел, его прекрасно можно использовать для тела, для снятия отечности, да, поэтому если гель такой не подошел, можно еще его и так применить. Как правило, всем подходит и применяют по назначению, но иногда такое бывает, то есть гель вызвал покраснение, да, то есть бывает, да, то есть для лица вы будете использовать другой, а этот, поскольку у вас есть, можно, например, раз в неделю наносить на волосы. Хуже не будет, будет только лучше. Ну и очень многие средства, да, мы говорим о компании Гильтек, да, у нас содержит гиалуроновую кислоту, и практически большинство этих средств можно, если у вас нет специального ухода, можно нанести на волосы. Действительно, гиалуроновая кислота, и вы ее можете встречать в очень многих профессиональных шикарных уходах для волос, да. Она действительно хорошо увлажняет волос, делает его более блестящим, и в течение дня защищает волосы от пересушивания. Особенно это, кстати, будет хорошо летом, в пляжный сезон, когда профессиональные средства будут утяжелять волос, да, на жарком солнце. Также многие парикмахеры, да, стилисты и специалисты по лечению волос действительно уверены, что гиалуроновая кислота способствует восстановлению структуры волоса после всех окрашиваний, химической завивки в том числе. И здесь прям процедуру вам сейчас сформулирую, потому что делаю так сама много-много лет. Средства с гиалуроновой кислотой, да, можно применить, например, в салонном уходе после окрашивания бровей и ресниц, когда вы работаете красками с высокими оксидами. Сейчас много красителей для бровей и ресниц, которые работают на низких оксидах, например, там до двойки, и практически не сушатся волоски. А вот когда хочется стойкого окрашивания, то волоски через какое-то время становятся хрупкими. И если вы не делаете каких-то дополнительных процедур типа ламинирования, или же там реконструкции, есть вот такие процедуры, их много. Ботокс для бровей и ресниц. Вот, кстати, процедура ботокса для бровей и ресниц включает в себя
если называть вещи своими именами, да, то есть химическую завивку, да, или укладку, и потом нанесение гиалуроновой кислоты 2%, как правило, в большинстве составов. Вы чувствуете, что я клоню, что у нас есть средства для ламинирования бровей и ресниц, да, то есть, как правило, в таких составах 2% используется гиалуроновая кислота, иногда чуть-чуть больше процент введения, да, потому что они такие гели. И вот тот самый ботокс для бровей и ресниц, не что иное, как запечатывание после окрашивания или после укладки, да, то есть после завитка гиалуроновой кислотой. Бывает добавлены туда еще протеины какие-то, да, или какие-нибудь глюканы, либо альфа, либо бета, ну, может быть, все что угодно, но это идеальные для косметологов, сейчас говорю, да, то есть идеальные прям прибавка к процедуре, как в финансах, да, так и бонус можно сделать, да, то есть нанести гиалуроновую кислоту после окрашивания, волос будет становиться пластичным. А я делаю это практически уже на протяжении больше 10 лет, использую разные средства. У Гильтека идеально подходит гиалуроновая кислота, да, которая 2% для процедур, совершенно прекрасно работает в этом плане. По поводу волос. Если я экспериментировала, я не придумываю, очень часто гиалуроновую кислоту добавляют в красители при окрашивании, да, либо в уходовые средства. Если так случилось, что у вас высохли волосы после окрашивания, сейчас про голову уже говорю, можно добавить дозу гиалуроновой кислоты в уходовое средство, да, то есть либо в маску для волос, если ее там не было, да, если у вас нет специализированного ухода, где уже встроена в состав гиалуроновая кислота, можно добавить несколько капель, в зависимости от того, сколько у вас волос, в кондиционер, в маску для волос, что еще бывает, да, там, и походить как с маской. Если хочется защитить волосы, а вот я, наверное, про них и перейду сразу. Если хочется защитить волосы, да, там, от пересушивания, то это тоже в качестве такого вот такой термозащиты. Это гель-концентрат с нидокосмолекулярной гиалуроновой кислотой, про которую я уже начала говорить. А в структуру волоса она попадает хорошо под теплом, да, и поэтому фен нам тут в помощь, да, можно как маску нанести и походить какое-то время, соответственно, закрыв пленкой, да, или специальной шапочкой для душа, да, чтобы поработала, либо как средство на влажные волосы вдоль прядей разнести и сушить феном, потому что только под теплом она может восстановить так вот структуру волоса. Много не нужно. Это на тот случай, если нет средств специализированных. Также гель-концентрат, я сейчас повторюсь, да, прекрасно поможет вам после окрашивания бровей и ресниц. Щеточкой одноразовой можно нанести, как только вы нейтрализовали краситель, да, можно нанести щеточкой как защиту. Что сказать клиенту, да, или как будет работать? В избежание... И та, и другая будут хороши, да, то есть у них, смотрите,
низкомолекулярная гиалуроновая кислота будет создавать защитную пленку в зависимости от того, да, то есть какой эффект мы хотим получить. То есть если эффект защиты, блеска, да, это не кожа. Мы сейчас говорим о средствах, которые для применения, мы используем с вами для применения на коже. Да, то есть это косметические средства. И говорим об их альтернативном использовании, да, то есть гиалуроновая кислота будет склеивать кутикулы волоса, да, то есть как бы запечатывать их, вот я сейчас про низкомолекулярную говорю, да, и обеспечивать им защиту, и блеск будет в любом случае. Низкомолекулярная гиалуроновая кислота, да, она будет и сверху покрывать, и немножечко под чешуйки заходить, да, то есть это обеспечит вам тоже как бы запечатывание вот этих вот секущихся кончиков, и тоже будет давать блеск. Она не так, как в коже работает, здесь немножечко нужно понимать, что здесь может поработать любая, да, то есть либо как защита в качестве вот этой тонкой пленки, либо просто запечатывая кутикулы волоса, не давая им как сечься, да, вот так вот, не пересыхать. Здесь нет, это не специализированные средства для волос, да, которые будут увлажнять. Мы сейчас говорим, куда можно применить, да. Я очень удивлюсь, если кто-то будет специально покупать гель-концентрат аппаратный с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой только для волос. Я говорю о том, что если он у вас есть, это можно сделать, да, или, например, допустим, наши некоторые клиенты случайно по каким-то там своим соображениям покупают гель-концентрат с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой, не зная, что он аппаратный, да, и на лице он достаточно плотный, он прекрасно себя ведет, да, но он не работает. Вот эту гиалуроновую кислоту можно ввести, да, только при помощи форезов, да, или... Так он прекрасно будет увлажнять, да, ну некуда его деть. Рассказываю, куда можно, да, ну и плюс отличная термозащита, если вдруг у вас она закончилась, да, то есть речь о том, что если у вас есть, или, например, срок годности у вас заканчивается, и вы уже побаиваетесь на лицо применять какое-то из этих средств, но отлично поработает на волосах. Ну, вот я просто страшно люблю гель пектиновый, да, если мы говорим о предыдущих средствах, и сама использую его и как гель для тела иногда, да, я не люблю масляные средства, вот, и для волос он мне просто нравится, они блестят очень хорошо. Но есть нюанс, да, то есть если вы нанесете на сухие волосы, вы будете видеть этот гель на волосах, да, то есть вот как лак прелесть он себя будет вести. Поэтому я все время предупреждаю, на влажные волосы, да, и под фен. Если чтобы поработало, под фен, ну сильно греть не надо. Да, ну и еще интенсив омоложения, тоже сыворотка одна из моих фаворитов, которую я, наверное, предлагаю как косметологам во все процедуры, да, свято верю в действие альфа и бета-глюканов на кожу, да, два вида гиалуроновой кислоты прекрасно работают, но еще отлично работает и с волосами. Можно, если вдруг у вас закончился срок годности и вам очень жалко выкидывать его, можно также использовать и на волосах, хорошо блестит, тоже на влажные волосы, если нет у вас специализированного средства, да, то есть то же самое. Дальше, что у меня? Кислотные средства.
Ну, у нас заканчивается сезон химических пилингов, заканчивается сезон домашних средств, да, с кислотами. Да, есть клиенты, которые вынуждены применять кислотные средства круглый год, да, в том числе и как средство с ретинолом. Это отдельная категория людей, да. Ну вот если вы обычный человек, да, или у вас обычный клиент, у которого вот уже скоро вы перейдете на другие средства, перейдете на фотозащиту, куда девать их? Да, например, уже к осени кислотное средство, у него тоже срок годности закончится, да, и вроде как жалко, там еще полпузыречка осталось. То же самое с пилингом, да, то есть если вдруг у него начинает заканчиваться срок годности, налицо уже солнце активное, и рисковать не хочется, да, ну, в вечерний период, да, это понятно. Но если вы уже прекратили все процедуры, идеально на стопы, да, на шелушащиеся части тела, локти, для тех, кто у кого есть сад, огород и кто будет высаживать без перчаток свои растения, да, кожа очень грубеет, трескается, да, то вот можно для таких вот мест использовать. Оба два средства еще отлично работают на растяжке, да, пока еще вы не разделись окончательно, и вдруг у вас есть изменения, да, такие как растяжки, можно опустить их на тело, да, в сочетании, например, со средствами, которые содержат в своем составе, например, тот же коллаген, эластин или же вернусь к предыдущему слайду, да, интенсив омоложения, да, днем, а вечером на растяжке обновляющий флюид альфа-дерм, да, или же процедуры на растяжке с всесезонным гелем-пилингом дадут отличный результат. Понятно, что они не уберутся. Да, то есть это уже изменения в тканях, но мягче, менее заметными станут. Также, если вы использовали средства с ретинолом, да, и уже решили ввиду солнечной активности их прекратить, да, то их тоже можно сместить в вечернее время на те части тела, которые вы закрываете, да, то есть, например, если есть растяжки на бедрах, на животе, то есть до того момента, когда вы не будете активно загорать, то есть еще найти можно применение этим средством, чтобы срок годности. Некоторые убирают в шкафчик далеко, да, но может так получиться, что у вас осенью к следующему сезону закончится срок годности, а достаточно активные средства, их можно прекрасно переместить на те части тела, где есть растяжки. Ну и в конце это два моих фаворита, которые я предлагаю использовать и по назначению, и без назначения. Антиоксидантный коктейль Витаматрикс, в принципе, идеальное средство само по себе. Из нетрадиционного, если вдруг у вас есть плотные тональные кремы, да, например, когда вы их использовали, ну, в зимний период некоторые используют плотные тональные, такие, сделать его текстуру мягче, прозрачнее и даже, возможно, светлее, можно при помощи антиоксидантного коктейля Витаматрикс, сама так делаю, превращая тональный крем в такую вот антиоксидантную сыворотку. Поэтому, если он у вас есть, да,
Отлично, можно добавить. И таким же способом при помощи скинсейвера я иногда улучшаю текстуры консилеров для глаз. Иногда они бывают плотноватые и сухость от них еще больше. Даже не провоцирует, да, делает более выраженными морщины. Я улучшаю и текстуру при помощи геля безводного Ceramide Skin Saver, и для области глаз получается идеальный праймер. Выкладывается ровно, при этом Skin Saver очень функцию праймера выполняет идеально, да, потому что он встраивается, как бы выглаживает, делает кожу бархатной. По идее, он самостоятельный вектоматрикс, да, он имеет текстуру такого легкого крема-флюида, но в нем нет фотозащиты. У него есть эффект софт-фокуса, он такое свечение дает на коже, визуально очень улучшает внешний вид. Вот он такой, знаете, макияж без макияжа. Его можно наносить близко к области глаз, да, то есть не на веки, да, но по косточке он очень хорошо ложится, да, то есть он можно как отдельный крем, но в нем нет, к сожалению, фотозащиты. После него можно нанести какое-то средство с фотозащитой, да. Совсем дневной крем не обязательно. Он такой полноценный, можно его отдельно использовать. Он и как сыворотка, и как крем, декоративные средства. На него идеально сама по себе косметика наносится. Но вот я говорю, если есть у вас ненужные средства, да, там, ну, получилось плотный крем, да, пленкой ложится. Его и вечером можно нанести, но просто эффект софт-фокуса особо вечером не нужен, ну, поэтому, то есть его и вечером можно нанести. Ну, и в свой любимый час я, наверное, уложилась. Я надеюсь, что вам было интересно. Для косметологов, я надеюсь, подсказала, возможно, какие-то фишки в процедурах, какие-то идеи. Для кого-то, может быть, вообще открыла новое средство, да. В основном, в последнее время наши новинки поражают и косметологов, и наших клиентов, да, но вот хорошо забытые наши средства, которые действительно работающие в кабинетах, еще и можно применить дома. Напомню, что после сегодняшнего вебинара, да, по промокоду оставила его в начале сообщений, промокод Alter большими латинскими буквами, у вас скидка на покупку наших средств. Была очень рада вашему интересу к нашей продукции. Буду рада видеть еще вас на наших вебинарах. Можно, если вы в Москве, встретиться и на семинарах, все попробовать практически. А на сегодня у нас все. Всем до свидания.